всем привет, всем привет! Мы на канале Пиратская Жизнь. Собрались мы с вами, как всегда, покушать. Или, знаете, вкусно пожрать. В общем, короче, время ночь, а мы еще не жрём. Смотрите, какая у нас красота. У нас овощи на гриле, у нас колбаски, у нас картошечка. Короче, приятный аппетит. Давай еще раз. Все, приятного аппетита. Пьем мы сегодня кисель. Вот такой вот вкусный. Взяли. Ой, у меня слюни текут, ребяточки. Очень сильно хочется макушать. Пока тут готовила, уже тут попробовала, там попробовала. Очень прям хочется. Опять какие у нас овощи. Это грибочки, баклажанчики, перчики, хлебушек и соус. Сейчас ловко порежу. Так-ка я. Ать, так зачерпнуть из грибочка. Так, ать, и все. Да. Ого. С грибочка. Смотришь на меня как врага народа. Да, кто ты? Угу. Слушай, так здорово. Скупаты, сезон купат. Красота. Выбор огромный. Какие только хочешь. И шашлычные, и домашние, и какие-то там... Нюрнбергские и прочее. В общем, вариантов дофига больше. Как раз вот с этой саджичкой. Великолепно. Приятно. Овощи спарили. Они там вкусные такие. На гриле. Короче, у нас одни овощи практически. Это они почему-то их вообще не солят. Что? Ты делаешь практически вообще не соленые. А я все. У нас такой сквознячок. С открыл окошко. У нас прям занавеска летает. Сквозняк, походу. Я пока готовила, так завывал ветер за окном. Ветер поднялся. Только бы завтра не было ничего. А то завтра как раз на кладбище собираемся. Надеюсь, что дождя не будет. Ну что, вкусненько? Вкусненько! У меня что-то они все вытекли, эти купаты. Нормально. Сок из них вытек. Вот это из них вытек. Не знаю. Я пока переворачивал. Они все повытекали. Пришлось это. По-другому их жарить. Но все-таки зажарила. Вообще очень вкусно. Хлебушек. Как вкусно. Там еще купат на пару раз хватит. Ну что, едой мы обеспечены. Блин, опять забыл салфетку купить. Что ты будешь делать, а? Я тебя спрашиваю, все взяла. Ага, все взяла. А что ты не сказал, что салфетки? Может, я не все взяла. Ты мне конкретно скажи, у нас нет салфеток. Ходим. Как купить не надо. Ну, вкусно, дребешки? И там пока акция. Там 20% скидки. Мы тут набрали сегодня все с паре. Помедленче. Все за скидкой. Хлеб, овощи. Надо заживить тебя. Кисель. Со скидкой. Там у них лотерея там. Угу. То ли пройдет, то ли не пройдет. Мне нравится этот кисель, он прям реально как натуральный. Ну, наверное, есть натуральный. Очень вкусно. Так, завтра напомню салфетку купить. Прям кровь из носа. У нас вот это последнее. Дай мне одну салфетку. Где? Нам не кладбище, но. Ну, клубчик, говоришь. Ты сама сказала. А поговорю, что напомню. После кладбища мы там.
Да, съездим, посмотрим, что там, как на кладбище. Надеюсь, все хорошо. Ну, там с осени не были. Проверим. Как раз праздник. Ну да, как раз. Мы как, считай, как этому. Это приурочено. У нас не получилось перед Пасхой, так что были в Сочи. Опа, видим. Так что все у нас по расписанию, все у нас по плану. Люблю, знаете ли, все планировать. И терпеть не могу, когда у меня что-нибудь идет не по плану. Ужас. Ну, как вкусно. Купаться, картошечка. Картошку просто отварила. Весело. Что хотел взять? Думаю, а что она такая дорогая? Ну, да ну, нафиг хочу. Вот мне почистить 5 минут. Там я делал. Что мне предлагала? Чего тебе? Предлагала. Пристала. Будешь, будешь. Ну, только сама сделала. Дольше пришлось ждать. Я пока купаты жарила, в офисе таскала. Дегустационный. Коллекция пишет. Турция, клубника, говорит, $1, килограмм. У нас что, дорогая? Вот. Я говорю, а ты в лирах не спрашивал, сколько? Сколько в лирах? В лирах 17. А какой курс у них? Курс $1 18 лир. Ну, явно они себе плюс считают. Национальная эволюция, да, выгоднее. Я говорю, если бы ты брал в лирах, во-первых, на 1 лиру меньше, можно было, кстати, и поторговаться. Если поторговаться, можно было и за 15 взять. Ну да, а в доллар-то не поторгуешься. Вот именно. Ну, как он тебе скажет, если тебе полтора, как прям полтора доллара, он явно округлит свою сторону, да. Он скажет, $2 тебе. Хотя там может быть полтора килограмма. Вот мы еще поняли, до пандемии. Да. С проездом. Угу. Что, ну уж когда домой отправимся? Если платить в долларах, то проезд $1. Угу. Хотя он меньше доллара стоит. Когда, когда они вернутся? Реально меньше. Когда они вернутся? На сколько они поехали? 9 дней. Даже что очень скоро вернутся. Там, конечно, попал. Сейчас такая себе погода. Вот. Я смотрю, они в куртках все ходят. Ну, судя по фоткам, солнце есть, в принципе. Ну, а в куртках ходят? В куртках вечером, говорит, прохладно. А море купать? Что? Море купать стёкненько? Нет. Холодно? Мало кто отважился. Видите, не одни мы не в сезон отдыхаем. А в сезон там, может, дорого. А в сезон вообще цены безумные, я смотрела. Блин, дешевле в Таиланд летать, чем реально в Турцию. Я вам серьезно говорю. Я смотрела цены. 200. Слышно. Более-менее нормально, так 200. И это не пятерка. Нет, это пятерка. И четверка также стоит. Четверка там 130, 140. Да, также 200, не хочешь? Да не туда. Более-менее нормально. Не преувеличивай. Да и вообще-то. Какая красота. Какова красота. Говорю, а ну а у нас, говорю, 300 рублей. Килограмм. Не, у нас дороже. В Сочи. А, в Сочи-то, да. Нет, там и по 200 было. 250. Ну да. Это наш. Вот тогда взяли садочек. Сколько? Там грамм 500 точно было. Там может даже больше. Там было больше, чем. 10 рублей. А вкусно. Синус такая была. Немножко такая. Задумавшаяся. Нет-нет, да подсуну. Не люблю я вот такую. Люблю, знаете, в магазине выбирать. Есть это, клубник-то. Из Турции. 69 рублей. Ой, нам какая-то выбранная.
За 100 грамм. Не, вот у ребят мы палатки греческую брали, она вкуснее. Да. Хотя нет, тоже, знаете, я там посмотрела, одна там внутри была уже плохая. Ну, не без этого. Кабачки какие-то кисловатенькие. Ну. Блин, такие должны быть. Ну, в основном вкусно. Кабачки что-то мне не очень. Да? Не очень. И вот там пораньше встать. Что, пораньше встать? Слушайте, мы так нагуляли. Пораньше. Слушайте, красота. Просто прям такой закат великолепный. Ну, кстати, вот солнышко ушло, и прохладно стало. Ну, так должно быть. Не знаю, что хвататься. Пожалуйста, что-то не хочется. Ты будешь что? Мы, конечно, сегодня сидим. Лучше. Не, попытался, конечно, мукульно. Ну, это перебор. Сейчас желат немного. Жанда такая. Ну вот один перчик распилим. Попробуем. Перчик всегда кладу больше, чем можем съесть. Нет, съесть-то можно постараться. Но лучше этого не делать. Конечно. И, кстати, вы знаете, вот острая аджика, она вот такая острая, и она прям вот обжигает. И наедаешься быстрее. Обжигает немножко стенки. Уступает. Ну, слушай, мне. Ну вот, теперь есть. Окрошка, купаты. В общем, ужин имеется. Вот хорошо. Хлебушка. Где-то взяли чиабатта. А, знаете, она как пицца идет. Там сверху сыр. И томаты. Обалденно. Я уверен, что это чабат. Как он называется? А, не фокаччо. Ой, господи. Фокаччо, чабата. Одна хрень. Это разные вещи. Ой, разные вещи. Зануда. Да. Вот и все. Грибушка. Чего? Моё. Куда вышли с рекламой? Заработали такие. Денег. Реклама, двигатель торговли. Как ни крути, без нее никуда. Даже, знаете, самые такие хорошие товары в любом случае требуют рекламы. Потому что, ну как вы узнаете про товар, если про него никто ничего не рассказывает? Ну да. С каждого утюга. А потом уже, это главное, первый толчок. А потом она уже, знаете, как это... Сарафанное радио начнет разлетаться. У меня уже сколько раз люди благодарили за этот, за пятный водитель. Супы заказывали. Всем так нравится. Мне самой нравится. Я, знаете, добавляю при стирке шикардос. Все пятна выводятся. А так, если, знаете, обычные там порошки и прочее, все фигня. Обычные говорит, порошки. Они не призваны удалять пятна. Лишь только стирка. То есть ополаскивание. Сейчас тоже, знаешь, эти порошки-то особо не купишь. Ну, какой-нибудь
Тайд или Лоск. Литровая бутылка, рублей 700-800, вообще жесть. Там купить там. Хотя, по сравнению с теми, которые были, они явно испортились. Ну да. И намного. Ну, купишь. Сейчас продают, они как вода. Реально. Да, это вон Ферри. Вовку покупал. Не Ферри, это раньше все покупали Ферри. Началась вот эта фигня. Вот. И как-то у нас Ферри либо какой-то поддельный, либо что. И вот реально он как вода. Жидкий-то все вот, плакался. Ты говоришь, уходит до хрена это прибойки. Потому что он как вода. Ты льешь, а ни хрена. А его, а там, может, его подержат сейчас. Вон, купили ноунейм, можно сказать, этот, для мытья посуды. Шикарно вообще все отмывает. Густющий, а долго хватает. Да. Все вот эти вот бренды, они распиарены. Так, да, это и рассчитано было, что их распиарят, а потом воду будут. А, так они сейчас просто чисто за имя. А из-за того, что, типа, вот он из какой-то там страны, которая против нас санкции, типа там, ну, не вторичка, как это идет там. Цены прям пипец вообще ловит. Так что вот. Сейчас все бренды. Я фигни-то не рекламирую. Вот. Сейчас все вот эти знаменитые бренды, которые раньше отстирывали, сейчас идут бодяжные. Прям все. Что порошок, что какое-то моющее средство, что еще что-то. Бодяга-бодягой. Ты говорил, что вроде как это, что у нас Дзержинский делает. Да. Так что, не так думаешь? Ах, не надо. Ну, химическая промышленность у нас, конечно, прям хорошо развита. Так, он наелся-объелся. Много не съешь. Возьми любой бренд и погляди, там тебя будет написано. Либо Московская область, либо Дзержинск. Да. Брест, слышишь, я не воспользуюсь. Я воспользовалась своим языком. Все близко. Лучше вышло, да? Ага. И сэкономила салфеточку. А вдруг я забуду еще долгое время. Так хотя бы есть. Там 4 штуки даже. Там 4 штуки, ты посчитал? Да. Туалетную бумажку ничего не кручу. Будешь туалетную бумажку утирать. Полотенце есть. Не знаю, по-моему, что-то все повыкидывал тогда. Что-то разбирал. Мне тогда, помню, девушка посылала посылку из Германии. Вот, и там положила этих полотенец дофига. Для того, чтобы там, как ребра жесткости, короче, они были. Вот. И что-то у меня этих полотенец было много-много-много. А потом что-то я что-то разбирала и все повыкидывала. Пофиг тебе это все по отдельности выдали, а не в посылке. Ага. Я должна была отчитываться, блядь, за полотенце. Да, сколько они стоят? Откуда я знаю, сколько они стоят в Германии? Вы вообще... спросите у таможенников, ай-яй, сколько они стоят? Да. Нет, таможенники у нас такие умные, блин, вообще. Откуда я знаю, сколько они стоят в Германии? Я что, туда каждый день ездил? Там это... посылка была без объявленной, как я поняла, стоимости, да? Да. Вот. Они думали, что это выше, чем 500 евро. Нет, там не было 500 евро, ты чё? Ну там всякая, знаете, мелочёвка была, то есть, ну там, макароны были. То, что во всех этих супермаркетах да, продаются. Какие-то конфеты, колбаски были, то есть, ну я думаю, не так много. Так она ж тебе нашла этот чек. А марула была самая ценная, я год её пила. Вот, она ж тебе прислала потом чек всё-таки. Угу. Там что-то вышло на 79, что ли, евро. Угу. Даже 100 евро нет. Угу. А они уж там, блин, панику подняли. Да, блин, там золото, бриллианты присылали. Посылки. Их смутило, знаешь что? Их смутило вот это вот марула. И то, что там был набор, как это, ассорти вот этих маленьких это, бутылочек. Точно. Там было это, какие-то, как эти... Ну, как типа коктейли и еще что-то. Да, да, да. А, там точно, там мохито был какой-то. Да, там, маленький, секс там, на пляже, по 10 вот грамм. Да, да, да. Вот они за это закупились. Они знали, дорого это нет. Может, там какой-то дорогущий коктейль. Думали, да, что там это стоит прям. Угу. А это стоит вообще копейки.
Да. Ладно, будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто с нами поужинал. Всем приятного аппетита. Вкусно кушайте. И заходите к нам на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.